что скажешь про экскурсию самопроизвольную? Может, я потом скажу? Да, говори. Или пока слонов не посмотрим, тяжело что-то говорить. Да, да. Я иду к самым добродушным животным на этом свете, к слонам. Все, сейчас доедем до слонов, поговорим. А вот слон сзади. Слон. У них какой-то раскрашенный хобот и уши. Да, у них какие-то оранжевые. Оттерли. Протерлись просто. Вон, смотрите, какие для них загоны. Я думаю, они плавают в этом озере. Маленькие. А вот он. Два года которого. Слон, привет. А мы бананов не купили. Она был бананов купить. А вон они есть. Там все есть уже, все готово. Чешется, я его почешу. Маленький такой. У нее это девочка. Хороший слон, хороший. Хороший. Как тебя зовут? Как зовут? Номай. Ай, ты молодец. Ай. Не, маленький еще, Номай. Большой, да? Номай. Бедный. Хочу целовать. Кома! Кома! Давай, становись. Поближе. Встань. Не бойся, он приходит с шишами. Давай, остановись, я тебе сфоткаю. Отзор прикольный слон. Добродушный слон, бля. Давай еще раз. Да не стой, нормально. Давай. Потрогай, это он. Девочка. Это девочка. Сфоткай, Наталья. Девочка. Давай, пусть тебе поцелуй. Два года ему. Хорош, иди сюда, хорош. Два года, девочка. Он меня любит. Хорош. Нет, он любит всех. Она. Хорошая девочка. Он хочет целовать. Давай. Хобот. О, молодец. Какой хороший. Давай. Хорошая девочка. Да? Дурачка. Так, друзья, пока выключаемся. Смотрите обзор ТВ.